Травмолодые солдаты, призванные на осенний воинский призыв, прошли боевую подготовку. В учениях на полигоне «Карабатан» приняли участие более 100 военнослужащих. Основной целью учения является повышение практических навыков личного состава, своевременное и точное выполнение задач с использованием стрелковых средств, совершенствование навыков командного состава в управлении подразделениями. Практическая стрельба позволяет военнослужащим применить все знания, полученные во время теоретических занятий и проводимых пунктах постоянной дислокации. Солдаты, впервые взявшие в руки оружие, успешно выполнили утвержденный норматив 100 метров. Я пробую свое мастерство в этой огневой подготовке. Сегодня я старался выполнить возложенные на меня задачи. Здесь все происходит на практике. Получаем хороший опыт. Занятия по стрельбе проводятся на открытом воздухе. Здесь практикуется умелое применение оружия, тактические действия подразделений и строгое соблюдение безопасности. Я выполняю задачи, возложенные на меня в ходе учебной тренировки. У меня было волнение, когда я взял в руки оружие, потому что это ответственность – выполнять данное мне задание. В процессе подготовки роты предусматривается оперативное и слаженное взаимодействие военных с населенными пунктами при возникновении угрозы государственным объектам. Главным требованием к бойцам в операции разведки и прицеливания условного противника было неукоснительное выполнение таких задач, как оперативное реагирование. Аймбур Харюльна, Серик Жиксембайло, Артур Ботпанов, телеканал «Атырау».